Это у нас Джиллиан Грант. Вот. Вот такая у нас красивая крыша. Подсчитывать я не буду, уже по опыту знаю, что где-то тысячи вмятин есть на машине. Ну, я имею в виду все по кузову. Вот, и на боках тут, и на вот этих местах тоже есть вмятины. Вот, вот так это выглядит. Как раз есть возможность потестить новые лампочки. Пришли мне от Жени. Попробую работать ими. Ну, попробую как. Я-то уже пробовал работать. Имеется в виду просто-напросто вот эти новые лампочки. Они переработанные. Дополнено. Опыт, который на предыдущих, так сказать, лампах был сделан, он весь воплощен в новой серии вот этих лампочек. Ну что, поехали делать вмятин. Вот фрагмент работы с крышей. Как я и говорил, почему я хочу купить сразу две лампы. Потому что я смотрю вот в таком формате. И сразу же я проверяю здесь. Почему я на старой лампочке? Мне, ну, как-то я еще не пообвыкся. Мне гораздо удобнее, я работаю, допустим, вот так, а так, если мне надо, я раз, включил вот эту лампочку, проверил, проконтролировал, что-то сделал, опять раз, выключил, ну, как бы, мне так удобнее, пока, вот. Ну, ко всему надо привыкнуть, поэтому вот так, а когда надо, я вот ту большую лампочку включил, опять же, посмотрел издаля. Вот такая вот штука. Таким образом, ну вот она, допустим, вмятина на краю элемента. Ее видно и так хорошо. И так хорошо в лампе видно. Вот. Таким образом, все это хорошо ловится. Вот. Снять, конечно, не так легко и просто это все. Что в двух лампах работать гораздо эффективнее и удобнее. Ускоряется работа и качество работы. При этом не страдает. А так приходится лампу крутить туда-сюда, вот сюда. Вот, и это отнимает время. А так лампочку зажег, потушил, работаешь вот в этой плоскости, допустим. Потом зажег, в этой поработал плоскости. Вот и все. Перешел уже на другую часть крыши. Потихоньку буду помаленьку снимать. Вот тут прям пулеметная очередь из града была. Удивительно, бывает иногда прям кучно все это попадает. Сейчас будем их убирать. Вот оно, это место. Что-то не хочет наводиться. Ну, так получше. Вот что осталось. Телефон плохо справляется, мерцание происходит, но ничего страшного. Глазом этого мерцания не видно.
Еще одна дефектовочка финишная. Понаходил тут то, что мне не понравилось. Надо будет опять доделать. Ну, это мелочевка, как вы сами понимаете. Просто я как бы внимательно присмотрелся. Вот эти вещи еще надо пододелывать немножко. Как мы видим, тут незначительные дефекты остались, которые еще надо немножко доработать. Вот такие вот дела. Домучил, доковырял машинку. Где-то, конечно, чуть есть и пожеванности. Вот какие-то нюансики есть, но я и не обещал, что будет идеал. Вот, но тем не менее постарался сделать все как можно аккуратнее. Вот они, наши стоечки. Вот. Тут по марке я не стал ее полировать, она машинка немножко голубями укаканная тоже. Лак поел. Вот такая эпопея была. Повоевал я тут с металлом. Вот она, правая стоечка. Тоже ей отграда немножко досталась. Здесь тоже на крыльях они выпирают. Ну, в общем, вот такая вот картина маслом. Хозяин доволен. Самое главное, я, в принципе, тоже. Понятно, что я не волшебник, я еще учусь, но тем не менее то, что хотелось сделать, я сделал. Вот. В идеал сделать пока что не получается. Вот. Законы физики не позволяют в некоторых моментах этого сделать. Но, тем не менее, получилось достаточно аккуратненько. Салончик собран, тут все собрано, все на местах. Вот такие дела, вот такая вот была эпопея с машиной. Побила ее, конечно, неплохо. Я особо тут много съемок не снимал. На улице сейчас дождь у нас, туман, так что выгонять и там что-то снимать вообще бесполезно. Вот так в гараже получилось. В принципе, все нормально. Все нормально.